Слева от меня стоит боец, который сегодня заявил о себе, Амирхан Исагаджиев. Амирхан, приветствую. Был просто замечательный нокаут, причем против сложного соперника, и для тебя это был дебют. Расскажи о первых впечатлениях и о том, что сразу же подумал, когда вырубил Лидермана. Я пока в себя не почувствовал, то, что я выиграл, не понимаю, что я сделал. Ну, ощущения были нормальные, я доволен, то, что мой тренер был доволен мной. И мне это главное, то, что мой тренер доволен мной, и все. Я все буду делать, чтобы мой тренер был мной доволен. А так, для остальных, я не знаю, как я выиграю, но для того, что самое главное, чтобы мой тренер был доволен, и все. Амирхан, ходят разговоры, что вы себе очень сложно попасть, но у тебя рекорд 0-0, и ты сегодня дебютировал в одной из сильнейших лиг мира и в сильнейшей лиге России. Расскажи, как такое получилось? Я пока действующий чемпион мира по союзу ММА. Вот, когда я мир... по любителям, по союзу. Когда я выиграл, мне... Ну, если ты по союзу выиграл Россию и мир, то тебе, можно сказать, все двери открыты, Fight Night везде, можно сказать. И с помощью своей крепости клуба я попал сюда. Вот у нас менеджер крепостной, ACB Саид. Вот через него я попал туда. Амирхан, скажи пару слов по поводу контракта. Это был контракт лишь на один бой или это был контракт на несколько боев? У меня контракт был на 6 боев, вот, на 2 года, что я провел 6 боев, вот и все, на 6 боев у меня контракт. Амирхан, еще хочу спросить, Линдерман в прошлом бою дрался с чемпионом, не с чемпионом, с одним из сильнейших бойцов лиги Fight Night, с чемпионом Bellator Виталием Минаковым. Виталию очень тяжело было его победить, и он потряс один раз Виталия. Расскажи, вот такая вот заявка, да, победа таким бойцом, она о тебе очень громко заявила, и есть ли кто-нибудь у тебя сейчас на примете из тяжелого веса, с кем бы ты хотел подраться? Вот когда он с Минаковым дрался, в этом же турнире я сам присутствовал. Я не знаю, может, это так было суждено, но я присутствовал в этот бой. Я смотрел, да, вот хватит. Если еще 10 секунд был бы, он добил Минакова. Так, ну как сказать, я вот рад, что такого опытного выиграл. Я думал, он в мировой рейтинге тоже хорошее место. Вот. А так, чтобы соперника выбрать, я не знаю, кого предложит Лига ACB, с теми буду драться. Вот. А так вот не могу видеть кого-то. Вот. Все бойцы хорошие. Очень рады, что ты разбавил ростер тяжелого веса ACB. Будем следить за тобой и призываем болельщиков следить за тобой. Спасибо большое. Спасибо большое.